Добрый день, канал Новоруссия, подразделение легендарного Моторолы. Сегодня мы знакомимся с очень необычным бойцом подразделения. Ее зовут Рыжик. У девочки очень необычная судьба. Она сама из Славянска. И, в общем-то, у нее достаточно уже долгий путь в ополчение. Сегодня мы поговорим о том, как она попала в ополчение. Скажи, пожалуйста, как все начиналось, почему ты пришла в армию нашу? Ну, начиналось все довольно необычно. Я просто зашла на баррикаду посмотреть, что там и как происходит. Это все только начиналось. Это было где-то 17 числа, 17 апреля. Я осталась там на трое суток, просто потому, что мне хотелось помогать этим людям, мне хотелось быть вместе с ними. Потом перешла на горисполком, ну и как-то так оно все дальше пошло. Я пошла в ополчение, потому что я ненавижу идею фашизма, и вот те события в Киеве, которые предшествовали всему этому, они не возбуждали во мне особый такой, я не знаю, как это назвать, особой ты приятности. Ты имеешь в виду события на Майдане? Да, события на Майдане, они были очень неприятны для меня, и когда я поняла, что я могу что-то сделать против этого, конечно, я с радостью начала это делать. Ты же сразу к Мотороле не попала? Нет, не попала я к Мотороле. Сначала моим командиром был боец позывным «Ромашка», царство ему небесное, славянский его снял снайпер. Потом моим командиром стал «Крик». Потом мы переехали с горисполкома на СБУ, там у нас, собственно говоря, такового командира не было, я тогда была поваром. То есть на нас перемещали с одного подразделения в другое. Поваром я прошла весь Славянск. Потом, когда мы уже выходили из Славянска, я пошла в группу к командиру Козырю и записалась у него стрелком. То есть я не хотела больше быть поваром. У Козыря мы пробыли недолго, ну, около месяца, может, около того. И потом мы уже перевелись обратно к Мотороле. В жизни каждого бойца и во время войны бывают ситуации, когда хочется бросить все и уйти. Бывает, конечно, и ситуация, и обстановка, и обстоятельства. Были ли такие мысли, и что тебе помогало их преодолевать? На самом деле, хоть я не знаю, маленькая, молодая, я не знаю, как это правильно называется, но я просто подумала один раз о том, что когда-нибудь у меня тоже будут свои дети, свои внуки. Они, естественно, будут знать об этом, весь мир знает об этом. И когда-то они у меня спросят: «Мама, а что ты сделала для того, чтобы этого не было?» И что я смогу сказать? Что я развернулась и ушла? Нет. Моя совесть должна быть чистой. Тебе 17 лет? Да, мне 17 лет. И ты как раз заканчивала школу, получается, в Славянске, да, когда пришла в ополчение? Вот как раз таки очень интересно получилось, как раз когда мы уже переезжали к Мотороле на Семеновку в качестве поваров, и мне еще надо было сдавать экзамены. Поэтому девочки с нами были, вернее, со мной были девочки, Рита и Наташа, они переехали туда, а я сдала экзамены, только потом через 2 недели приехала на Семеновку. Твой муж Серж, один из лучших командиров Моторолы. Как вы с ним познакомились? Расскажи, пожалуйста. Мы познакомились, когда я была поваром на химике в Славянске. Меня перевели в эту группу. И буквально через 3 дня мы с ним познакомились. Он буквально ко мне вышел из лесу. Он мне очень понравился, потому что он необычный, интересный. Его образ мышления, он очень мне подходит. Я никогда раньше не встречала таких людей. Геннадий, корреспондент Моторолы, рассказывал, что это подтверждает опыт других бойцов, что Серж действительно бесстрашный командир, очень хороший офицер, грамотный. Скажи, пожалуйста, каковы его планы в дальнейшем? Он будет идти по военной линии, либо в какой-то другой сфере захочет себя проявить? Вы уже обсуждали этот вопрос? Ну, особо мы этот вопрос не обсуждали, но еще в Славянске, даже еще когда мы не встречались, он мне сказал такую фразу: «Я здесь буду до конца». Я знаю, что и он будет здесь до конца в любом случае, и я буду здесь до конца в любом случае. И рядом с ним, и потому что я хочу здесь находиться. Эти люди – моя семья. Рыжик, скажи, пожалуйста, ты очень красивая девушка. Путь красивой девушки в Украине до последнего времени был хороший дом, обеспеченный муж, утренние пробежки, шопинг. А вот этот путь, он тебя привлекал раньше? И второй вопрос, связанный с этим. Если бы тебе сейчас предложили вот такую хорошую, обеспеченную жизнь без всяких проблем, ты бы ее выбрала? Нет, меня такой путь раньше не привлекал. Во-первых, потому что это банально, скучно и неинтересно. Я не люблю неинтересные вещи, мне это не нравится. Я могу делать то, что я хочу, и люблю я это делать. И я не всегда считаюсь какими-то правилами. И второе, нет, меня этот путь в дальнейшем тоже не привлекает, потому что мне нравится сейчас та среда обитания, в которой я нахожусь. Мне нравится все это. Не то, что мне нравится война, мне нравится помогать людям, которым я чем-то нужна. И мне нравится делать то, что в моих силах. А ты что хочешь в будущем? По какому пути пойти, возможно, какую-то профессию освоить? Есть у тебя какие-то планы?
Да, я, ну, вообще, я очень хочу, конечно, чтобы война поскорее закончилась. Мне не нравится, что погибают люди. Какой бы национальности они ни были, они все равно люди. Какую бы идею ни поддерживали, смерть — это не выход. Надо искать какой-то разумный путь. А, да, в будущем я хочу освоить профессию психолога. Я всегда мечтала быть психологом и помогать людям. Какую ты любишь музыку слушать, книжки читать? Есть у тебя какие-то такие предпочтения? Да. Я люблю тяжелый рок, музыку тяжелый рок. И книги я очень много читаю, когда получается, когда есть время. Мои любимые писатели это Джек Лондон, Айзек Азимов. Я читаю абсолютно все направления. Я люблю читать. Удачи тебе, Рыжик, чтобы мы победили. И всего самого вам хорошего, Сержа. Спасибо большое, и тебе удачи.